Всем привет! Сегодня суббота. Какая классная погода. Солнышко наконец-то. То все дождик, дождик. Уже вон даже трава выросла. Нужно срочно все стричь. Сейчас приедут родители. Ну так просто посидим, пообщаемся, пообедаем. Сейчас я вам покажу, что я приготовила и что у нас еще готовится на кухне. Вот такое вот все. Заросло все, трава выросла. Надо работать. Ну, может, завтра. Уже сегодня нет. Сегодня отдыхаем, ждем родителей в гости. И сегодня я не хозяйничаю на кухне. Вернее, уже не хозяйничаю. Еще пока не хозяйничаю. В общем, смотрите. У нас сегодня в доме новое блюдо. Привет. Так, Оля, рассказывай. Привет. Что будем готовить? Ну, я думаю, это блюдо достаточно известное в России. Драники. Драники. Драники с мясом будут сегодня. Вообще, насколько я знаю, это, по-моему, блюдо белорусское. Слушай, Я готова продать за ней душу вообще. Единственное блюдо. Еще орехи, возможно. Так, да. Фарш будет свинина. Так, ты заинтриговала. Будем ли мы готовы продать душу за это блюдо? Ну, это так, наверное, из-за происхождения. Понятно. Так, Оль, я тебе честно скажу, я ела драники. Вообще, в нашем... Ну, я не помню, когда я дома готовила это блюдо. Но, да, с мясом я не ела никогда. И вообще, если вот так вот я захочу приготовить, скорее всего, я просто натру картошку, там, наверное, отожму сок. Вот так чисто на память, то, что я помню, там добавлю яйцо и все. Оля говорит, что она будет делать внутри с фаршем. Я говорю, Оля, делай, вообще классно, я никогда не ела, буду пробовать и загадывать желание. Анечка помогает. Чистит картошечку. Ага, ну что, есть, блюдо говори. Такое же белорусское, называется камы с душами. То есть это, в принципе, еще раз? Камы, ком. Ага. С душами. Так, душа. Ладно, нет. Тогда к этому блюду мы вернемся потом. Тогда с тобой в следующий раз. Расскажу. Это, в принципе, по сути, тот же самый драник, только он без приготовления на сковороде. Там отжимается также сок, остаивается крахмал. Крахмал обратно добавляется в картошку, чтобы это было все, ну, склеено. Внутрь также засовывается фарш, кладется, делается тампон и варится. Прикольный. Я ни разу не ела. Что-то похожее, наверное, я ела, мы когда с Андреем были в Германии. И вот что-то похожее, какие-то картофельные, типа клёцки, что-то подавалось. Они называются клёцки вообще. А, ну, я поняла. Но в Беларуси называются камы с душами. Ну, это такое название. Камы с душами. Камы с душами. Интересно. Окей. Так, просто говори, что ты... Фарш просто пока крутим. Фарш, свинина, говядина, лук и картошка. В общем, зелень, да, еще пойдет. Ну, отлично. Мы сейчас ждем родителей, да, родители должны приехать. А я что здесь? А я тоже не бездельничаю, девочки, между прочим. Я здесь... Нет, я в переносном. Не бездельничаю. Нет, я не в стриме. Но мы, кстати, можем выйти и в стрим. Вообще, посмотри на секундочку, я прям договорилась. Обычно картошка трёт мужчинами. Я предложила, но нам сказали, что у вас слишком много, чтобы я сейчас... Угу. То есть секретный ингредиент не придет. Ну, как просить, наверное. Не знаю. Ну, можно, знаешь, как сделать? Можно потереть картошечку, а в конце позвать и сказать, посмотрите, как я потер картошечку. Тогда он согласится. Слушай, давай, я сейчас буду включать. Я прям одну секундочку, Оля, прям просто раз уже начала. У нас сегодня будет семейный влог. Мы будем периодически включаться и показывать вам, чем мы тут занимаемся. Сейчас и родители приедут. В общем, вот так вот. Это недоготовленные баклажанчики. Сейчас мама должна привезти помидорчики. Мне
помидорчики нужны. А здесь я уже сделала заготовку, это у меня уже лазанья, которая ждет своего часа, чтобы отправиться в духовку. И еще я поставила тесто из цельнозерновой муки. Буду выпекать, ну, хочу две штучки сделать итальянской фокаччи. Все, в общем, вот так вот у нас. Ну, самое главное, что у меня практически все сделано. Теперь мое дело просто наслаждаться процессом. А еще у нас две баночки огурчиков, которые уже почти готовы. Такой рецепт бочковых огурчиков. Самый мой любимый, самый классный. Все, девочки, можете работать. Спасибо. Буду сегодня оператором. Ага, привет! Привет! Че пришла? А че? Сказала, что надо, то что а я специально думаю, как ты среагируешь. Приветик, да. Ой, привет. Привет. С подарками, с гостинцами. Приветик, привет, мамульчик. Привет, папульчик. Заходите. Ты что, пришла? Наливана только приехала на велосипеде. Все, присаживайтесь. Три девицы. Так, может, мы сейчас это и картошку заставим тебя, пап, тереть? Две надо. Вон, вон там за спиной хозяйка, которая готовит это блюдо. Я вообще не знаю, мне не спрашивайте. У меня вот, я сейчас буду хлебушек выпекать. Вот это мое. Так, у нас новый оператор появился. Мамуля, давайте активнее работать. Как удачно дети сели. В общем, у нас сегодня работают все. Процесс фокаччи идет. Нарезание лука. Все. Будет две фокаччи делать, потому что нас сегодня много. В нашей цыганской семье ничего не пропадет. Так, сейчас я второй подготовлю. Посыпем сюда травками, оливочки порежем. Сейчас все сделаем. Андрей даже решил сюрпризом сделать и добавил красного перчика. В общем, я сделаю из цельнозерновой муки, чтобы было пополезнее. Все, идет процесс нарезания лука. О, дети сразу быстрее стали работать. Мама танцует, а дети активно. Настало то время пришло, когда можно уже так дети работают, а ты так О, Ольги, вообще занятия хорошие. Лук резкий. Занятия, и даже не плачет. Пока даже издалась, ребят. В нашем доме лук добрый. Молодцы. Самое главное, как всегда, за кадром идет пьющий воздух. Андрюша молодец, старается. Ну что, Андрюш, получается? Да. Я музыку напомню. А это Оля сказала, что картошку должен тереть мужчина. Все мужчины отказались, кроме тебя. Ты представляешь? Это знаешь, о чем говорит? Что? Что драники получатся. А мне кажется... Вот, Оля, не знаю, вот если бы Андрюша не пришел, может быть, бы не получилось. Так как Андрюша пришел, все. Так, ты нарезала, частично лук ты перемолола, да? Да. Одну. Две нарезала мелко. И фарш картофельный. Все, все, давай, давай. Работай, работай, девушка, работай. Арбайтон, арбайтон, дети, арбайтон. Вот он. Так, мы все сделали, посыпали... орегано сушеный, еще можно даже добавить. Пустим как можно больше Италии в наш дом.
чуть-чуть Греции. А под звуки-то трущейся картошки, как здорово. Русской картошечки, да? Как же без нее-то? Да, как же без нее-то, да. Италия, как говорится, Италия, а куда же русской картошечки, да? Все, я, кстати, духовка разогрелась, я одну уже отправляю. Отправляю фокаччо. У нас полезная фокаччо с цельной зерновой. И сколько минут? И пошли, мамуль, надо, знаешь что, пойдем, иди сюда, доделываем баклажанчики, сюда, ну так, чтобы было видно, все, ты молодец, привезла помидорчики, а то мне не хватало. А попробуй, кстати, как на вкус, какие они на вкус. Сейчас попробуем. Сладкие? Или не очень? Идеальная. Идеальная? Идеальная. Чьи они? Я не знаю, что? Там Липецка. Липецка? Хорошо. Липецкие помидорчики отправляются. Сейчас мы этот баклажанчик печеный с овощами. Сейчас сюда добавим, быстро, прям альденте, сейчас чуть-чуть доделываются у нас помидоры. Помидорчики. И обязательно нужно сюда вот. Процесс продолжается. Драников, да, много, наверное, будет. Натуральная душица. Смотри, вау. Сейчас запахи будут. Это вот Оля привезла. Вчера мыли. Посушили. Сейчас прям чуть-чуть. Выходные. Ты дома. Просто хорошее настроение. Мой минимум на сегодня уже заканчивается. Уступаем место молодежи. Правильно. Молодежь старается. Молодец, молодежь. Мама, покажи, что у меня здесь. Эту вкуснятину. Сейчас мы добавим сюда сыра. Немножечко соли. Раскрывается запах душицы. А можно понюхать, как раскрывается? На фоне баклажана. Очередной гастрономический экстаз. Да. Можно на секундочку? Обычно без камеры мы говорим очередной гастрономический оргазм. А камера включена. Я не вижу в этом сайте ничего такого, чего нельзя сказать на камеру. Да. Он все, сейчас мамуль прям одну минутку. И мы с тобой опять включимся для того, чтобы это все красиво отправить на блюдо и посыпать секретным ингредиентом, петрушкой. Так, Оля, рассказывай, что тут у тебя. Так, дети натерли картошку. Угу. Мы добавили мелко рубленый лук. Так. 3 яйца. Мука, сметана. Угу. Все перемешиваем, да? Да, перец я добавила в фарш, поэтому перец картошку я класть не буду. Ну, кстати, фарша больше, чем картошки. Это хорошо. Ну, так получилось, я немножко мяса взяла больше, чем планировала. Ну, ладно, окей. Да. Все, перемешиваешь, да? Да, перемешиваю. Вообще-то руками делается. Ну, и делай руками. Все. Там подрезать. Все. В общем, на самом деле, полная импровизация. Баклажаны вот эти тушеные, запеченные, потом быстро альденте обжаренные с
помидорчиками, добавили сюда брынзу, сверху опять орегано и оливковое масло. И сюда же я добавлю оливки, потому что очень классно будет сейчас с этим хлебом, который у нас выпекается. Вот это все сочетание этих всех продуктов, оно просто исключительное. Вот такое вот блюдо, раз-два и готово. Красота. Все, приятного аппетита. Ай-два, Андрюша. Так, что ты сделала? Лепешку из картошки. Да, лепешку из картошки. Так. Сверху будет мяско. Угу. И еще одна лепешка из картошки. Ну, делай. Мы посмотрим. Все должны перетирать. За какое блюдо? Дай мне, пожалуйста, лопаточку. За какое блюдо ты душу свою продаешь? Слушайте, я продаю душу только за мамины, за бабушкины, а сама я еще никогда не делала, поэтому я... Чудо будете смотреть или нет? Какое чудо? Зеркало? Да. Класс. Сейчас. У нас сейчас здесь момент такой. А что у вас тут? Вау, мастер-класс. А мне нужно лопатку перевернуть. Анечка, лопатку срочно помой, пожалуйста, вот эту вот. Какие запахи. Вон, посмотрите. Один, другой. Это ты, ты видел, как это делать, или сама делала? Я не делала еще ни разу с мясом. Я делала обычные драники. Первый раз я сделала себе драники. Где-то так, Оля, давай 6, вот здесь давай. Я бы рекомендовала посмотреть. Я уже давно прошу ее. О, нормально. Смотри, практически все без масла, то есть, можно сказать, у нас диетические драники. Я считаю, что картошка все-таки крахмал, длинный углевод, тоже все полезно. Муки здесь 2 ложки на 3 килограмма. Окей. Будешь есть длинный углевод? Да. Много буду. Так, я так понимаю, это все полуготовое. Будем отправлять потом в духовку. Тебе нужно подготовить, я так понимаю, противень. Да. Сейчас подачка. Это называется, молодежь сейчас будет готовить, а я буду отдыхать. Надо подготовить противень. Ну хорошо, Анечка помогает, моет все. Так, ну что, тут у меня уже все хорошо. Прям еще на 5 минут показывать. Люблю я это дело. Ну еще чуть-чуть, пусть еще эти 5 минут, оно не сгорит. В общем, у нас сегодня итальянско-белорусская кухня. Подожди, а баклажаны тоже итальянская? Баклажаны? Да. Давай отнесем это греческой. А вообще это просто называется, я его слепила из того, что было. Ну что, готово? Готово? Фукача. Ой. Так, вот смотри, что у нас получается. И сейчас мы... Сейчас мы, во-первых, вот эту вот... Нет. Отправляем вторую красавицу. Нас же много. Все, отправляем. Не знаю, буду смотреть сейчас, наверное... Пусть 25 минут где-то печется. Так, а здесь у нас... Что же это такое-то? Это мое. Пап, не гляди, это мое. Нет, Андрюш, не хватит есть пастилу, пойдем с тобой договариваться. Сейчас. Вот это дело. Вот это дело. Не разбудила и дрова. Ну, немножко это она подгорела. Крупный. Она не подгорела. Ну, нет, она не подгорела, так сказать, не... Там очень много на это было. Где? Фокаччо – это хлеб, который любит масло. Лапти. Лапти? Да, у меня бабушка тоже так называла их. Лапти, скажи, из-за размера. Так. Процесс идет. Ну, уже заканчиваю. Ну, так, я хочу сказать, это не быстрое такое занятие-то. Да. Ладно.
сняла, да, как я котлетку кладу? Какую котлетку? И накрываю одеялом котлетку. Не, рука не набита, поэтому я пока готовлю один драник, переворачиваю другой. Ну, это нормально. Одеялко. Угу, давай. Все, в общем, все просто. Некоторые делают просто как бы на ладошку, но они поменьше как получается. На ладошку блин, туда мясо сразу заворачиваешь, прикручиваешь. Они более аккуратные, но я так бабушке сделала. Ну хорошо. Мы очень часто иногда пользуемся рецептами наших бабушек. Процесс идет. Столько готовили, а достаточно просто съесть кусок хлеба и выпить бокал вина. Греческий ужин. Итальянский. Ну-ка. Как будем резать? Как пиццу или как такими, пицца. Как я делала? Как хочешь. Я хочу таким прямым. Да-да, делай прямым. А если она круглая, то можно сделать одно вот так вот, а одно вот так вот. Вот, вот, вот. Ну-ка, смотрите. Ну-ка, покажите, какой разрез. Сейчас я... Это красота. Как раз уже вторая подошла. Ну, это большие куски. Вчера были там. Все, ну вот все обычное, как хлебушек, из цельнозерновой видно, что он такой. А вот такой аппетитный. А где мой перчик, смотрите? Нету перчика моего. Он второй уже достается. А какой ароматный. Будем поздравлять эти драники. Сказка. Слушай, я так понял, хорошо, когда это много жен, там много... Не говори. Что ты понял? Когда много жен. Все делают. Надо было много дочерей. Андрюш, надо было много дочерей иметь. Еще больше их. А то у тебя только две. Анечка, дай сольку. По-моему, идеальное сочетание этого салата, да. И вот хлебушка. Вообще просто больше ничего не надо. Да, вот и бокал красного вот вина. Вот так вот берешь. Ну. Баклажан. Ну, просто да. Говори на вкус. Божественно. Мы такие все сидим, и у нас это все. Да, не, ну вы все попробуйте, все, давайте. Мам, давайте. Команды не было, скажи, мам. Да. Без команды мы не я это, не скажи, думал, хорошо, не кушаем. Да, Люба, скромно. Оля, иди сюда, пробуй. А, сейчас. Давайте, чтобы продегустируем, уже потом я не... Андрей, осторожно, пожалуйста. Стой за своими оливками, пожалуйста. Андрюша. Это Стас, вам уже ресторан открывать. Да, это так, давай, бокальчик убери. Давайте. А вот просто сказочно. Что это бокальчик? Поверьте, сказочно. С этими овощами вообще супер. С этими овощами классно. Мне так нравится, что это именно такой вкус, аль денте. Необыкновенно. А вот сюрприз твой, Андрей, видишь? Да. Красный перчик там. Ну, он уже почти что же на все свое отдал в масло. Поэтому он не острый. Не молодцы. Да, да. Смотри, он был большой здесь. Что, надо было большие? Ну, как тебе, Оля, сочетание? Как тебе овощи? Молодец, у меня давление пропадает. Включите, пожалуйста, эту песню, если бы я был султан. Включи дело. Просто сказка. Вкусненько. А вот еще есть. Еще одна. Вот, смотри, уже танцы начались. Тра-та-та, тра-та-та. Red paper нашелся.
Все танцуют. Надо оставить место для драников. Да, кстати, драники-то же готовы. Тарарарарам, тара. Передничек как раз к драникам. Да. Все, отправляем. Насколько, Оль? Ниже ставь, а то подгорят. На более нету. Вот сюда, да. Угу. Но духовка просто не выключается. Счет электричества будет, наверное, не маленький. Мне кажется, 200. А? 200. Они должны потомиться. Потомиться? Да. Тогда давай мы где-нибудь 180. А вот этот режим. Вверх-вниз и 180, да? Да, я думаю, 170 даже. 180 нормально. Давайте минут 20 пока делаем. Все. Там пар должен про... Ну, ждем вас, ребята, ждем. Я, кстати, еще масляным оливком сверху. Готовы или сейчас? Я даже не знаю. Я так не делаю. Разрезай. Ты другой бы ножик взяла, этот такой не очень хорошо режет. Ну что тут? Ну мясо что готово, делать? А вот картошку, ну я тут попробую. Ну что? Я думаю, еще минут на 5-7 нужно картошку добавить. Отправить, да? Да. Хорошо, окей, отправляй. Еще? Давай. Да. Так, Оля сказала, что картошка не готова. Ух, ух! Вот так вот. Тра-та-та, тра-та-та. Вот, вот всем бы так танцевать, да? В свои 15 лет, которых до 100 не хватает, да, бабуль? Анечка, там рассмеялась. Ты видела, как бабуля сейчас отплясывала? Да, видела. Да. Все щелкало. Бразильский карнавал отдыхает. Да, бабуль? Андрей. Я говорю, бразильский карнавал отдыхает. Ой, какая... Обнимашки. Обнимашки, целовашки. Бабуся уже пишет. Бабусь, ты с кем там обнимаешься? С внучком. С внучком? С внучком. Сыночек. Муж, какая разница. Давайте, ребятки. Ладно, все, давай. Ну, спасибо вам. Ага. Сыты ли вы, гости дорогие? Видишь, как швейцары. Все, пока-пока. Все, поехали домой. Поехали. Наелись, напились. Пока-пока.